В Грузии на шахте погибли 4 горняка. Есть также пострадавшие, которых в настоящее время перевозят в больницу. При этом их количество не указано. В грузинском городе Ткибули на угольной шахте имени Миндели погибли 4 человека. Об этом сообщает Грузия онлайн со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии в понедельник, 16 июля. По имеющейся информации, есть также пострадавшие, которых в настоящее время перевозят в больницу. При этом их количество не указано. Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекших смерть человека, Ч2СТ-240 ОК Грузии. Ранее сообщалось, что в ЮАР на медной шахте компании Пелыборы погибли 5 горняков, а в Луганской области из шахты Ташковской освободили 90 шахтеров. Они оказались заблокированными под землю из-за аварийного обесточивания шахты. Новости от Корреспондент.нет в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал HTTPS.TIMI Корреспондент.нет. По материалам сайта newsgra.com.